Всем привет! С вами Дирамас, мы продолжаем проходить Resident Evil 5. В прошлой серии мы с вами успешно справились с двумя маньяками с бензопилой. Ты жив? Ты в порядке? Что? Как ты тут оказался? Мы были в порту, на нас напали. А потом... Вот я оказался здесь. А где моя группа? Черт. Нас теперь только трое. Почему вы не ушли? Мы же с ними не справимся. У меня осталось одно дело. На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду, пока не найду Ирвина и не выясню, что тут творится. Ладно, потом поболтаем. Ну, как-то такая вот у нас жесткая битва. Ты чё меня? Ты чё меня лопатой, мужик? Кажется, кто-то закончился немножко. Это у нас... Ага. Отлично. О, с противника трава упала. По-моему, его убить не могут, насколько я могу помнить. Бам! По лицу. Перезарядка. Непонятно. Молодцы, но все равно смотрите в оба. Их тут еще много. Кто бы сомневался? Ох ты ж у вас тут. На тебе. Че, живой еще? Так, а где еще? А. Ну выкинул. Так, ты не должен быть еще живым, мужик. На тебе в лицо. Так, там... Они еще не все дырки открыли. Это кто такой тут наглый? А, понятно. Есть, готов. Вы двое в лифте. Живо. Так, тут меня хотя бы не заставляют идти. Сразу. На... Куда меня послали? Ни хрена себе ты мне влепил. Так, подлечимся. Отступаем. Нам особое приглашение надо. Бегом. Да успокойся ты, Джош. Дай мне сначала больших мальчиков побить. Хочу тебе в лицо дать, мужик.
приглашение надо? Да успокойся ты, мужик, все в порядке. Бежи. За мной толчок. Спасибо. Как ты гад? Черт. Ну те яйца, которые я собрал. Собрался этих штук. Так, ну вроде кончились, да? Замечательно. Ушатали? Но это еще, видимо, не все. Да не паникуй, не паникуй, мужик. Куда ты там улетела? Я, понимаешь, стою тут, думаю, что она меня прикрывает. Не даст меня в обиду. Оказывается, чё-то я много думаю о себе. Ладно. Ну, по крайней мере, они тут кого-то ушатали. О, винтовочка. Мина. Крис, гранату мины, чем мину гранатой обозвать? Это, конечно, ты и сильно дал так. Так, нет. Попозже, я не хочу, чтобы мина на простых этих дебилов среагировалась. Да чтоб тебя жеж. О! Патрончики, это полезно. Кстати, внизу. Внизу еще есть патроны. Наверху должен быть выход. Пошли. Так, сейчас соберу вот это, что здесь лежит. А, тогда окей, вот здесь соберу, что лежит. Теперь можно идти мины делать. Что я все-таки, раз мне мины дали? Да. Что делаешь? Фига себе, ты побежал. Опс. Ступаем. Мужик, да иди ты нафиг с такими запросами. Да подожди ты. Надеюсь. Надеюсь, выход не активируется. Да ты. Отлично, угасил. Хм, гранаты, видимо, его ослабили. Потому что он сейчас быстро сдох. А, ну раз... Да, Джош, не паникуй. Все под контролем, мужик. Ты на меня?
Зря. Да успокойся. Или нереально бесконечный поворот? Я вот этого что-то не в курсе. Мне казалось, тут нет бесконечных мест. Ну, в которых можно именно бесконечно находиться. Ох ты ж. Черт, это обидно. Ух, успела. Так, ну тогда я сам себя подлечу. Но я хочу побить вас. А, уже все закончилось. А у Джоши нет. Похоже, кончились. Так. Давайте перезарядим, остатки дадим Шеве. Не так много ей даю, чисто из-за того, что... Не то, что сейчас это прям нужно. Ну, просто, чтобы была возможность хоть как что-то сделать. Вы в порядке? Да, вроде бы. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не поздно. Я поищу, как нам выбраться отсюда. Отлично. А мы за Ирвином. Хорошо, окей. Так, там впереди доки. Скорее всего, туда он и направился. Все поняла. Джош, будь осторожен. Пойдем быстрее. Окей. Так, тут у нас есть что-то, тут у нас ничего нет. Обидно, ну что ж поделать. Я, конечно же, думал, что меня сейчас ушатают нафиг. О! А это полезненько. Патрончики-то дополнительные. Хотел сказать лишние, но патроны лишними не бывают. Поэтому идем на следующую зону. У меня точно? А, у меня есть. Я думаю, это пригодится сейчас. Так, мне надо вот туда идти. А давай, что будет, если я сначала схожу вот сюда? Да, понятно. Ничего не будет. Ну, я, по крайней мере, сучу вот эти штучки соберу. О, винтовочка. Винтовочка, это хорошо. Так, о, еще винтовочка. Обожаю винтовочку. Эти заперты, смотри. Ну офигеть. Как так? Мужики, вы зачем все позакрывали изнутри? Идиоты. Ну да, Шева даже не понимает, зачем я сюда пошел. Даже не стал за мной идти. Видимо, я делаю настолько нелогичные вещи, что даже компьютерному игроку понятно, что это нахрен не надо. Кстати, вот что за баланс? 5 патронов пистолета в одной пачке лежит, и 5 патронов снайперской винтовки. Не понимаю, почему патронов пистолета часто вот так мало выпадает? Это же реально совсем мало. Чего на эти 5 патронов можно сделать?
там максимум. В случае какого-то максимального везения можно, конечно, с помощью вот этой удара еще по... Ну, вот этой физической атаки, в общем, можно еще кого-нибудь ушатать. Но и то. Дело такое. Вон она. Постой, это же... Какая точность! Мы как раз поспели к вертепу! Стой! Я его ненавижу. Так, валим. Тут у нас медалька есть. Вот тут у нас что-то ценное лежит. Я так понимаю, какое-то просто сокровищенко. А, даже просто. Просто наличка. Идиот, мне сейчас не для вас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Обожает мелодия. Да, тут уже кто-то успел навесить замок. Так, гранатка. Ах ты, чтоб тебе... Шева, я как бы ничего не делал. Я, кстати, сейчас что-то думал, что здесь без запильщик будет. Поэтому морально готовился, что я ничего не сделаю. Но оказывается, тут этот вполне себе... Вполне себе смертный мужик. Понавешенный. Да, чтоб тебе долбанный, да, автоперезарядка. Да, иду, иду. Быстро, времени нет. Ты в порядке? Замечательно. Ну, собственно. А. Прошли эту миссию. Собрали все имеющие медальки вроде как. Ну, две штуки собрали, две штуки и было. Я даже ни разу не сдох, я удивлен. При этом убил всех бензопильщиков. Надеюсь, вам... Так. Нет. Я... Правую кнопку мыши работает как эскейп в этом меню. Все нормально. Да, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.